Хочу всім вам подякувати, що ви прийшли. В нас надзвичайна подія є. Ми всі знаємо дуже добре славу пана Каха Мендукідзе. І дехто може знає так те, що пан Каха почав своє життя як науковець, як біолог. А наша Київська школа економіки переповнена науковцями є. Ми знаємо, що це значить. А на чудо, пан Каха теж розпочав стартап у сфері біології. І цей стартап переріс в важку промисловість. А важка промисловість дала великі дивіденди. Пан Каха став один з топ-20, не хочу це слово олігарх використовувати, але заможних, успішних, багатих людей. Зрозумів відразу, що ситуація в тій країні, в якій він тоді працював, є безнадійна і скотиться до того, до чого вона і скочується. І чудова була... І чудова була ситуація в Грузії. Грузія перша пройшла революційний шлях, яка повернула пана Каху в Грузію. І він зробив те, чого ми мріємо зробити. Як міністр економіки, він фактично зломив спину корупції і поставив Грузію на правильний шлях розвитку і всіх орієнтацій. Так що ми дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нас, і з великим терпінням будемо дуже уважно вас слухати. Дякую вам. Не можу говорити по-українськи, тому буду говорити на вершинниках. Организаторы придумали название, чему нам поучиться, там как-то проще. Ну, в общем, я сегодня еще утром вел несколько встреч в Киеве, и по итогам этих встреч я решил, что надо там говорить о... Ну, говорить-то мы все равно будем про Украину, но говорить надо о других, может быть, еще вещах. Дело в том, что тяжелая аудитория, потому что экономистов много, это народ тяжелый. В смысле, что много неправильных вещей им дают, много неправильных знаний. Вот. А люди умные при этом. Но умный человек с неправильными знаниями – это такой... серьезное оружие массового поражения. Вот. И сегодня было заседание совета, такого, который им была инициатива правительства Канады, был создан для того, чтобы как-то помогать Министерству экономики. Вот. И наша помощь может быть небольшая, потому что пока украинцы сами не захотят не жить в том, в чем живут, то, как говорится, лучше не станет. Понятно. Там как и советники, ни грузинские, ни японские, ни северокорейские не помогут. Вот. И я с каждым разом убеждаюсь, что мое представление о том, насколько все плохо, оно было таким скромным. То есть ситуация, на самом деле, каждый раз я вижу, что ситуация еще хуже. Если несколько месяцев назад и вы, и я, и все люди, как говорили в советское время, доброй воли, были, наверное, полны оптимизма, но сейчас оптимизм убавилось, а реально плохое состояние дел, оно еще больше видно.
Наверное, вы знаете, что Международный валютный фонд прогнозирует 7% падение экономики в этом году. Это очень серьезное падение. Как сказал, и это не самый радикальный сценарий еще. И рост в следующем году прогнозируется очень небольшой, то есть близко к нулю, там 1%. То есть фактически та ситуация, которая была в Украине, то, что Украина является чемпионом Европы по самому медленному росту в течение последних 20 лет, это продолжается. То есть Украина прочно удерживает пальму первенства. Вот. Поэтому надо выбраться из этой, такой, из этой западни. Все при этом понимают, что Украина потенциально имеет перспективу быть богатой европейской страной, но как-то к этому ближе не становится. И я хотел поговорить о том, какие... То есть, я думаю, что я сделал достаточно короткий доклад, меньше, чем час, там, может, полчаса. Вот, а потом лучше там мы вопросами и ответами как-то заполним это. А какие главные проблемы Украины, на мой взгляд? Если вы не согласны, вы там как-то крикните там, или свистните. Значит... И там я слышал много глупостей на этот счет от экономистов в основном, надо сказать, да. Про то, что это какая-то отсталая производственная база, нет каких-то стимулов для инноваций, там, ну это все лабуда, так сказать. Есть слово лабуда в украинском языке? Лабуда. Ну, глупости, в общем. По-русски. Глупость. Как? Ну да, 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 нет, даже, а вот еще как-то вот так-то, ну как-то даже не так, даже вот. Проблема, самая главная проблема Украины, это, конечно, коррупция, да? Потому что и проблема коррупции не в том, что с каждого из вас, как вам кажется, берут небольшой налог за совершение дел. Не знаю, там остановила милицейская машина. Здравствуйте. Это я давал недавно интервью Ирине, там, в том числе и на эту тему, так сказать, там, да, на одну из тем, о которой мы будем говорить. Значит, что небольшой налог, и, в принципе, там как бы жизнь была бы ну, чуть-чуть веселее, если не было бы коррупции. А есть даже такая теория, что... А она, кстати, не лишена смысла, что коррупция даже это хорошо, потому что так-то законы бесчеловечные, и коррупция помогает как, с этими законами бороться. Значит, эта идея особенно популярна в бизнес-среде. Не у нас, не у вас, а вообще, кстати, глобально, в развивающихся странах. И она в какой-то степени правильная. Да? Значит, ну вот давайте вот про коррупцию более детально поговорим. Вот возьмем энергетику, да? Есть в этой сфере коррупция? Говорят, что есть. Говорят, что она есть и до сих пор. Говорят, что многие прогрессивные, молодые, энергичные люди боятся вот сейчас после Майдана идти работать в те ведомства, которые связаны с энергетикой, потому что не уверены, что они останутся живы. Да? Это значит там что-то такое серьезное. И посмотрите, значит, как до чего эта коррупция довела страну. Значит, вот возьмем такую тему, любимую народную игру. Значит, украинскую газ, да, вот, значит, вот есть Россия, есть Украина. Значит, Россия только один раз продавала
то есть «Газпром». Газ в России в основном добывает «Газпром», Украина его покупает, значит, соответствующая организация, «Укрнафтгаз», да, как это называется, да. Вот только один раз в истории последних 20 лет, насколько я понимаю, «Газпром» продавал газ напрямую. Только один раз, в течение одного года. Все остальное время находится какой-то посредник. Вот. Ну, как вот можно представить это дело? Ну, допустим, вот есть бизнесмены? Как-нибудь? Есть, да? Ну, вот вы что-то производите. Ну, допустим, захотели продать в Кампучи. Вы в Кампучи были, не были, да, там? Ну, думаете, ну, надо найти кого-то, кто Кампучи знает, и говорит, ну, иди сюда, вот давай, ты Кампучи узнаешь, ты там все это там, пристрой мой товар. Ну и как-то там я тебе скидочку дам, а ты будешь продавать в Кампучи. Это понятно, да? Но представить же трудно, что там в Москве не знают, где находится Украина. И думают, интересно, на Украине газ нужен? Черт. Вот как бы это узнать? Надо найти какого-нибудь посредника, который вот поможет нам продать наш газ. А то они же не будут наш газ покупать, они чужой газ будут, другой газ будут покупать. Надо, чтобы этот посредник там все уладил, там, чтобы наш газ покупали. Ну, вроде бред, правильно? Вы же не верите в это? Не верите ведь? Я тоже не верю. Значит, мы что, с чем имеем дело? С какой-то коррупцией. Да? Ну и там подошел ближе, действительно коррупция. Там не только с виду, но и по сути. И эта коррупция к чему приводит? Эта коррупция приводит к тому, что в результате всего этого, в чем заинтересована эта коррупционная, эта коррупционная группа, скажем так, она заинтересована в том, чтобы. Ну, она в чем заинтересована? Вот хороший вопрос, там, давайте ответим на это. То есть то, что коррупция, мы согласились, да, все? Согласились? Да. Ну, как, ну не все, конечно. Ну, значит. Ну, тут их нету, они лекции на лекции не ходят. Значит, они заинтересованы, чтобы газ у вас в стране стоил дорого или дешево? Как вы думаете? Дорого. Дорого? Почему? Вы экономист? Да, ну одно видно. Ну почему, скажите? Почему они заинтересованы, чтобы газ был дороже? Больше им процент шел. Почему больше им процент? Наверное, у них идет процент от продажи этого газа в коррупционную схему. Ну, если газ будет дорогой, вы же не будете столько газа покупать? Вы газ покупаете больше, чем кто-нибудь в Европе на душу населения нищего. А? Зачем дорогой? Если у вас газ будет... Не газ, который они вам продают, а газ у вас в стране сколько будет стоить? Вот который вы покупаете уже как граждане. Как им лучше? Дорого или дешево? Да? Как вы думаете? Давайте решим задачку экономическую. Ну так, чтобы прибыль больше всего была. А им, подождите, ваши цены их зачем волнуют? Их прибыль, вот им, вы когда конфорку включаете за газ, должны платить дешево или дорого? Вот им как интересно? Дешево. Потому что чем дешевле, тем больше спрос. Чем больше спрос, тем больше газа вы покупаете у России. Потому что если у вас газ был бы дорогой, вы вообще бы у России газа не покупали бы. Вы добываете из своего газа 20 миллиардов кубометров. Ну, включая там 21. Включая газ, который у вас в Крыму добывается. Но это 2 миллиарда кубометров в этом году будет. Да? То есть 19 миллиардов кубометров. А потребляете 53. Ну, если бы газ был бы дорогой... Но 53 это чудовищное количество. Это чуть меньше, чем Германия. Германия-то она в 10 раз богаче. Поэтому был бы газ дешевый, был бы газ дорогой, вы бы столько газа не покупали. И, то есть, эти люди, если они существуют, правда, не все верят, что они существуют, они заинтересованы в том, чтобы газ был дешевый. И газ в Киеве дешевле, чем газ в Москве. Понимаете? Как так может быть? Газ в Киеве дешевле, чем газ в Москве. Там, вон, газа сколько в Сибири, а у вас мало. А у вас дешевле, у них дороже. Газ у вас дешевле, чем в Молдове, дешевле, чем в Беларуси, дешевле, чем везде. Такого дешевого, дешевле, чем у вас, газ только в Туркмении. Но Туркмения там, понятно, там она на большом газовом месторождении находится, кстати,
там газа у них очень много. Но, кстати, они потребляют все равно меньше, чем Украина. Вот. Поэтому тогда получается такая вещь, что это, конечно, домыслы мои, но логично, что если у вас, то если там есть коррупция, они заинтересованы, чтобы у вас в стране был большой спрос на газ, и большой спрос на газ можно создать двумя вещами. Либо Украина будет процветать, и тут будет много нефтехимических, газохимических и так далее производств, либо Украина не будет процветать, а будут власти находятся люди, которые будут все время, так сказать, вот этими субсидиями, дешевым газом и так далее спекулировать, пытаться остаться или прийти к власти, да, и в итоге создавать долгосрочную, чудовищную зависимость по отношению к импортному газу. Читай, к России. Да? Таким образом, из страны за эти годы ушло, наверное, так сказать, много десятков миллиардов долларов. Да? За счет этого, когда Международный валютный фонд считает, каковы потери экономики от энергетики, они доходят до цифры 12% валового внутреннего продукта. И я так подозреваю, что МВФ не все видит, не все плохое. Да? То есть я думаю, что это еще больше на самом деле. Вот. А что вызвало эту проблему? Эту проблему, по крайней мере, одним из ее компонентов является, конечно, коррупция. То есть коррупция сделала не только каждого из вас беднее, она еще сделала страну зависимой от соседа, еще от какого соседа, который вот тут пытается Новороссию создать или Крым отторгнуть, или власть поменять, или еще что-то. Поэтому вот цена коррупции. Цена коррупции – это суверенитет Украины. Понимаете? Цена коррупции не то, что вот да, это я там получаю 10 тысяч гривен, ну, там из них там 300 гривен уходит из-за того, что коррупция, а так было бы лучше чуть-чуть. Нет, цена просто экзистенциальная. Либо Украина существует, либо не существует. Ответ где в коррупции? Значит, и это главная проблема, потому что остальные проблемы, так сказать, они решатся, конечно. Я не вижу, какая там проблема, там типа какие-то станки старые, ну старые будут новые, да, там. А пока коррупция, так сказать, они старые, новые, неважно. То есть они всегда будут старые, там, а даже если будут новые, будут работать как будто старые, потому что коррупция. Значит, как надо с этой коррупцией бороться? Никаких простых рецептов борьбы с коррупцией нету. Вообще простых рецептов нету. Вот лет 50 назад был простой рецепт, как вывести таракана. Надо было посыпать дустом. Но сейчас даже это не помогает. Понимаете? А по отношению к коррупции, там никакого дуста не было и раньше, и сейчас. Есть такая иллюзия, что вот при Сталине не было коррупции. Это ложь. При Сталине была коррупция. Это не тема нашей встречи, но коррупция при Сталине была, она была при коммунистах, она была при стопроцентно регулируемой экономике, она была, когда за каждым человеком следила там КГБ, МВД, партком, комитет народного контроля, там правком и еще кого только можно придумать. Надеюсь, многие из вас даже не знают, что это такое, и дай вам Бог здоровья никогда не узнать. Да? И даже тогда была чудовищная коррупция. Вот, поэтому, там, то есть простых способов, типа там, давайте мы там сейчас всех там прижмем, там, вот Сталина на вас нет, он бы тут навел порядок, никакого порядка Сталин не смог навести. При нем расцвели воры в законе, и при нем была коррупция. Она другие формы имела, конечно, и там никто, так сказать, в Межгорье там вилл себе не строил, может быть, таких так, да? Но она была. Поэтому как надо бороться с коррупцией? Значит, и вопрос борьбы с коррупцией, это исключительно вопрос, я бы сказал,
народной воли. Да? Если народ не хочет, чтобы была коррупция, значит, ее не будет. Да? Как она? Вот представьте себе, никто не хочет, чтобы была коррупция, а она есть. Так же не можно, нельзя представить, да? Значит, еще как-то не прижало вас в достаточной степени, чтобы эту коррупцию уничтожить. Но, в принципе, ну, вот когда прижмет, когда у вас появятся лидеры, которые будут бороться с коррупцией, когда брать взятки станет неприлично, когда людям, которые берут взятки, будет неудобно, которым брали взятки, они уже брать не смогут, им будет неудобно говорить, что они брали взятки. Вот. Когда их дети не смогут хвастаться, что вот у них так все хорошо в семье, потому что папа, так сказать, был на хорошей должности, это очень далекий путь, и этот путь там, вот мы, допустим, не прошли до конца, там, хотя какую-то часть этого пути прошли. Вот тогда, значит, какие методы можно будет анализировать, что они помогли в борьбе с коррупцией? И еще простых способов нету. Значит, первое. Я, может быть, упрощаю, расскажу. Значит, первое, был такой китайский мудрец Лао Цзы. Лао Цзы сказал: больше законов, больше бандитов. Ну, перевод на эту тему сегодняшнюю, можно сказать, что больше законов, больше коррупции. Да? Потому что чем больше вы ограничиваете свободу человека, тем больше у государства, в этом смысле государства, тем больше у человека возникает желание эту свободу обрести любым способом, в том числе уплатив какую-то взятку. Да? И у вас чудовищно большой госсектор, у вас государство занимается чем только можно. И, в принципе, невозможно, вот я утверждаю, что невозможно создание такой полиции, прокуратуры, СБУ там, и антикоррупционной службы, которые бы смогли уследить за таким чудовищным размером государственного сектора. Просто невозможно. Ну, невозможно, понимаете? Ну, нет, потому что для этого я такой случай расскажу. На этот счет российский. В России было известно, что очень большая коррупция в Министерстве внешних экономических связей, в Министерстве внешней торговли. Вот. И президент Ельцин, он вызвал министра и сказал, что вот, Петр Олегович, говорят, у вас коррупция там процветает в министерстве. Он сказал, да, процветает. Дайте мне 10 честных человек, я ее уничтожу. Я сказал, идите. Идите, потому что, боже, 10 честных человек ему неоткуда взять. Понимаете? А для того, чтобы вот коррупцию вот так вот, чтобы такая полиция вдруг... То есть кто верит, что может возникнуть внезапно полиция, которая вот всем коррупционерам, там многочисленным, там, наверное, несколько миллионам коррупционерам, там всех их выследит и накажет. Кто верит? Верите? А примеры есть такие? В мире? Да. Где? В Грузии? Нет, это тоже. В Грузии пример, что мы, и как раз вот это хорошо, что вы так думаете, то есть неправильно, потому что я скажу, как правильно. Потому что в Грузии мы сделали так, мы решили, что надо уничтожить значительную часть государственных служб, ведомств, агентств, комитетов и так далее, оставить немножко, и, может быть, мы за этими немножками уследим. Нет, ну так у вас же, вот, то есть пока у вас есть, допустим, госкомитет по энергоэффективности. Ну, надо реорганизовать. Реорганизовать что значит? Уничтожить. О, правильно. Поэтому, ну не только его, то есть на нем надо останавливаться, поверьте. Он может быть самый безвредный, ну и бесполезный тоже. Вот. То есть, первое, то есть пока не будет существенно уменьшено количество государственных агентств, служб,
госуслуг, так называемых, государственного регулирования, до тех пор у вас, в принципе, не хватит сил, чтобы бороться с коррупцией. Просто физических сил не хватит, понимаете? У вас в государственном секторе, скажем так, госуслугах разных и так далее. А у вас же как? У вас и больницы госуслуги, и образование госуслуги, и, значит, и полиция госуслуги, и выдача справок, там, и паспорт, и все. И проверка. И вот как у того ресторана, то есть там хороший хлеб, плохой хлеб, тоже какое-то ведомство проверяет, да, там. Хлебоинспекция есть в Украине? Нет, а что, в России есть, а может, у вас есть? Нету? Может, так, но не называется так, ну, будет что-то. Ну, она в Советском Союзе была. Если она была в Советском Союзе, а? Что есть? Ценовая. Нет, это само собой, да. Нет, была хлебная инспекция в Советском Союзе, значит, ее кто-то уничтожил в Украине? В это я не верю. Значит, она есть, может, называется по-другому. Вот, значит, Божнадзор. Вот что Божнадзор делает? Вот что Божнадзор делает? Кто ответит мне? А? Ну, я не знаю, как называется по-украински, но пожарный надзор есть? Что делать? Ну, а еще? Так, а вот если... А нужен пожарный надзор? Не пожарник, это не пожар. Пожарник тушит пожар, когда загорится. Это надзор. Нужен надзор. В принципе, нужен надзор? Он у вас есть? В каком смысле есть? Что проверяют? И как? Ну вот расскажите мне про это. Дайте. Значит, не работает. Значит, проверяет или не проверяет? По сути. По сути, если не дали конвертик, то проверяют. По сути. Ну а кто же не даст конвертик-то? Ну, бывает. Ну почему это? Подожди, почему это человек не то, самоубийца, что ли? Ну, вот закрываются рестораны, поэтому как раз бывает. Что не дают. И, не хотят. А в этих ресторанах нарушения, которые они закрывают? Ну, нарушения всегда можно найти, по сути. Значит, у вас Божнадзор, по сути, есть или по сути нет? Вот в Советском Союзе были такие, вот кто помнит Советский Союз? Ну, мы с вами помним, но еще кто помнит Советский Союз? Были магазины, называлось «Мясо». Помните? Да. А мяса там не было. Значит, вопрос. В Советском Союзе были магазины «Мясо»? Да. А? Нет, нет, там были здания с надписью «Мясо», а магазины, у которых мясо продавали, их не было, понимаете? Значит, вот есть такой философ, то есть французский, Бодриар, да? Он, ну, такой термин, симулякры, то есть нечто, что притворяется другим, да? Вот магазины с надписью «мясо» были симулякрами, там мясо не продавалось. То есть если закрыть магазин, на котором написано «мясо», но мяса внутри нету, с продажей мяса что произойдет? Ничего, правильно. Значит, если закрыть пожарный надзор, который занимается побором взяток, а предупреждению пожара в отношении на самом деле не имеет, с пожарами что произойдет? Правильно. Санитарный надзор у вас есть? Санэпиднадзор. Они под Божнадзором чем отличаются, кроме названия? А? Ну, не уверен. Почему это они должны сейчас прескуранты? Что они лучше, что ли? Или хуже? Их больше, значит, прескурант меньше так должен быть. Да. То есть спрос-предложение, это учили мы, да, экономисты. Значит, соответственно, если вдруг завтра взять и закрыть Божнадзор, санэпиднадзор и еще какой-то надзор, то что произойдет? Плохого что произойдет? Сначала плохое. Люди останутся без работы. Нет, ну это... Что делать? Понимаете? А кроме этого, потом, нет, вот давайте тогда рассмотрим с точки зрения общественного блага, там, да, это такой есть термин, экономист тоже, вот общественного блага что произойдет, если закрыть вот все эти надзоры? Люди работают, хорошо,
А еще? А плохое что произойдет? А почему это плохое-то? Ну хорошо, давай так. Если завтра людей, которые в автобусах воруют деньги из карманов пассажиров, их посадить в тюрьму, плохое что произойдет? Что-что? Вот я спрашиваю. Вот люди воруют из кармана деньги, их посадили. Или там запретили, или там поставили видеонаблюдение, они уже не могут воровать. Что плохое произошло в смысле общественного блага? Подождите. Если в этом случае ничего плохого с точки зрения общественного блага не произошло, почему, если людей, которые берут взятки за пожнадзор, их выгнать с работы, почему это плохо будет? Почему то, что... То есть, когда воры... Карманники теряют работу, вам их не жалко. Вы не думаете, они потеряют работу, боже мой, как? Не, нельзя бороться с ворами-карманниками, они потеряют работу. Вы же не говорите так? Не говорите. А там точно такие же воры, только у них корочка, написано пожнадзор. Ну, условно, для противопожарных ничего нет. Какой-то АБВГД-иконадзор, как говорится. Вот они, чем они, почему их жалко? Вот воров лишать работы... Не жалко, а их лишать работы жалко. Почему? Не представляют средний класс. Кто из них? Кто из них представляет средний класс? Кто из них представляет средний класс? Ну вот, человек, извините, человек, который крышует рынок, он какой класс представляет? Средний? Выше среднего. Выше среднего? То есть его уже жалко. То есть вот с какого уровня дохода уже жалко или не жалко? Да? То есть еще раз тогда повторяю свой вопрос для экономистов. С точки зрения общественного блага, если закрыть все эти надзоры, что произойдет? А? Пожалуйста. Какой культуры? Так. Не выполняют необходимых требований даже для той же пожарной безопасности. Подождите. Ну, при отсутствии контроля, правильно. А это как влияет на отсутствие контроля, то, что я говорю? Ну, в той форме, в которой и оно сейчас присутствует, тем не менее... Ну? Ну, вот вы расскажите, как это все устроено, цветно это. Цветное тем, что они как минимум все равно проверяют. И люди все равно их боятся, и перед запуском производства или перед открытием ресторана они все равно готовятся к этому. Вопрос, что будет происходить? Если они не будут готовиться к этому, то чем это кончится, по-вашему? Ну, возможно, пожаром. Не, подождите, вот для людей. Вот люди вот не подготовились, и что произойдет? Они заплатят больше взятку, поэтому не готовятся. Ну, это опять же, если мы живем в черно-белом мире. Ну, а... То есть вы считаете, что, значит, эти надзоры, они реально помогают? Нет, я не считаю, что они реально помогают в той форме, в которой они существуют, но я считаю, что... Нет, в той форме, в которой они существуют, имеется в виду. А, нет, ну, в той мы форме... Мы же обсуждаем Украину 2014, а не Украину 2099. Я или там времен Мазепы, да? Не, ну сейчас вот это ужасная система, это так, то, что мы происходит. Мы про сейчас говорили. Османская империя в свое время ввела налог на взятки. Мне кажется, надо пойти по этому. Ну, надо же декларировать взятки тогда. Боюсь, что... Мне кажется, те люди, которые заявили, действительно смогут проконтролировать точную сумму тех денег, которые дали. А как же быть с вопросом про вычет? Достаточно просто будет создать... Значит, подождите. Сейчас мы перейдем к Османской империи. До Османской империи. Значит, про надзоры давайте все же. То есть вы считаете, что если надзоров не будет, то люди начнут поджигать себя? Нет. Вот в Грузии нету пожнадзора. Ну нету. Уже десятого. Нету. Просто нету. Никто не приходит проверять, что у вас, где у вас висят эти самые, значит, огнетушители. А? Ответственность кто несет? Ну, если ты сгоришь, ну, боюсь, что уже... Ну, а если сгорят посетители... Ну, посадят в тюрьму там, ну что, какая проблема-то?
Ну, хорошо, вы думаете, что если вот сейчас здесь будет пожар, ответственность кто будет нести? Вот. Ну, если здесь, то, конечно, да, вряд ли мы отсюда. Не пожарный инспектор же будет нести ответственность. Ну, я думаю, что... Да, понимаю, да. Поэтому, да. Ну, то есть это не потому, что вас заставили, правильно? У меня дома, небольшой дом, у меня дома висит огнетушитель. Никто не заставлял, просто взял, купил там в двух местах. Вот. Поэтому я и говорю, что нужно начинать с культуры. Да, вы же как-то пришли к тому, что повесили огнетушитель? Начинать с культуры – это был такой «Кот Леопольд» мультфильм, помните? Вот он говорит, давайте жить дружно, жизнь начать надо с культуры. Как можно? Как начать с культуры? Детей воспитывать. Подождите. Давайте так, как сказал Герберт Уэльс, поговорив с Гербертом Уэльсом, он говорит, приезжайте к нам, батенька, лет через 10, и вы будете поражены. Вот, давайте я приеду через 20 лет, когда дети вырастут уже правильные, и вы меня поразите. А я говорю про 2014 год. Что делать сейчас? Давайте, Министерство образования, у него будет программа непонятного содержания по воспитанию культуры, не поджигание себя, да? А вот остальная часть общества чем должна заниматься? Я про это. А про Министерство образования мы там поговорим отдельно. То есть про воспитание культуры поговорим отдельно. А про что делать? Поэтому, безусловно, для того, чтобы вы могли справиться с коррупцией в энергетике, для того, чтобы вы могли справиться с коррупцией в судах, что вообще гигантская проблема, для того, чтобы вы могли справиться с коррупцией в самой правоохранительной системе, да, вам нужно на этом сосредоточиться. Вот Дейл Карнеги сказал такую вещь. Многие, говорят, советуют класть яйца в разные корзины. То есть не класть яйца в одну корзину. Слыхали такое высказывание, да? А я, говорит, советую наоборот. Кладите все яйца в одну корзину, тщательно следите за этой корзиной. Понимаете? Вот. То есть пока у вас не будет настолько маленького государства, что вы за ним можете и как общество, и как правоохранительная система, которая тоже часть общества, за ним следить, вы не справитесь с коррупцией. Это невозможно. Невозможно. Понимаете? А когда у вас останется мало, то есть, условно, если у вас 100 тысяч чиновников, вам нужно 10 тысяч честных людей, чтобы за ним следить. А если у вас 1000 чиновников, вам нужно 100 человек честных, чтобы за ним следить. И еще вокруг общества, которое знает, что надо отвлекаться на разные вещи, вот надо следить сюда и бороться с этими людьми, их контролировать. Иначе не получится. Поэтому без очень глубокой дерегуляции, без уничтожения вот этих всех вещей, которые не работают просто. Еще говорю, проблема не в том, что вообще нужна или нет эта регуляция, да? Я про это даже не дискутирую. Я спрашиваю, сейчас она же ничего не дает, да? Вот, к примеру, есть такое антимонопольное законодательство. Это такая большая тема для экономики, потому что, мейнстрим полагает, что это правильно, там австрийская школа считает, что неправильно, я тоже считаю, что неправильно. Вот. Когда мы уничтожали антимонопольный комитет, я, распустил и принял соответствующий закон, у нас дискуссия была не на тему права не классическая школа или австрийская школа на этот счет, а у нас дискуссия была на тему, вот мы когда сейчас их распускаем, мы что-нибудь этим навредим. И все, даже сторонники теории, что вообще-то нужно антимонопольное регулирование, сказали, что нет, мы ничего не можем навредить, потому что они просто занимаются мелкими поборами. Да? Поэтому, когда у вас дисфункциональная система, понимаете, нельзя убить труп. Труп уже мертвый, его нельзя убить. Какое-то ведомство, которое не делает своего дела и занимается поборами, его уничтожить, вы ничего не ухудшаете. То есть фактически вы живете сейчас в условиях, когда никаких этих надзоров в функциональном смысле нету. Да? Этих ведомств в функциональном смысле нету. Понимаете? Вы вот в такой ситуации живете. Поэтому надо их уничтожить. А плюс, есть же второй плюс от их уничтожения. Вы, кроме того, что вы боретесь с коррупцией, что просто разъедает вашу страну и делает ее, даже не знаю, как это назвать,
есть такое понятие сырьевой придаток, а тут вы потребляющий придаток России. Понимаете? Вы вот из этого состояния, что связано с коррупцией, переходите еще и к тому же, еще и в состояние, когда просто бизнес, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, огромным количеством ненужных бумажек, за которые он в итоге все равно должен потом платить взятки, он этих бумажек не заполняет, не делает, не платит за это, не содержит людей для этого и так далее. Да? То есть вы получаете двойную пользу. Одну, вы решаете эту экзистенциальную проблему, так сказать, коррупция и как бы целостность и сохранность Украины. И с другой стороны, вы даете возможность бизнесу развиваться нормально. Потом, через 5 лет, когда, или через 20 лет лучше, когда уже вырастут новые эти дети, которые обучены, так сказать, как правильно жить, когда неким магическим образом, когда у вас все будет хорошо, тогда вы можете снова создать Пожнадзор, или там Санэпиднадзор, или там еще какой-то надзор, там, не знаю, наркоконтроль. Там есть какой-нибудь такой? Ну, они что делают? Ну, правильно, ну, это, ну, то есть, это естественно. А что еще? Они, как говорил ваш соотечественник Михаил Михайлович Жванецкий, так сказать, что поставили сторожить, что я имею. Правильно? Значит, если вы сторожите склад штанов, у вас, скорее всего, штаны есть. Да? Было бы странно, если у вас был бы телевизор, не было бы штанов. Тогда, скорее всего, вы сторожите склад телевизоров. Очень простая мысль. То есть одна, что вам нужно очень глубокое дерегулирование, что, с одной стороны, позволяет правоохранительной системе фокусироваться на небольшом количестве потенциальных правонарушителей, с другой стороны, высвобождает бизнес для того, чтобы он мог нормально развиваться. Понимаете? Реформировать экономику такую, как у вас, или как у нас в Грузии была, или как в Молдове, или как в Киргизии, это проще. В Германии тяжелее, потому что там вроде все более-менее работает, там надо думать много, а тут много думать не надо. Вот, к примеру, в Грузии в течение месяца не было, то есть ГАИ, автоинспекцию ликвидировали, как у вас называется, державтоинспекция, да, ликвидировали, а патрульную полицию еще не создали. Вот месяц ничего не было, ничего не произошло. Потому что ее же и так не было на самом деле. Было что-то, что так называлось, а на самом деле ничего не было. То есть это вот одна вещь очень важная. Вторая вещь, которую нужно сделать. Ну, про субсидии тут это самое понятно, да, там. То есть вы должны по возможности быстрее избавляться от этих энергетических субсидий. Вы должны избавляться с такой скоростью, чтобы из-за этого у вас страна не распалась на части, да? Но избавляться вы должны, потому что тут этот вопрос не связан ни с чем. Ни народ жалко или чего-то там, нет, не связано. Там, или у нас народ бедный, как что-нибудь покупать дорогой газ. Это не связано с этим. В Европе вы самая энергонеэффективная страна. Вы хуже, то есть всех других стран. В бывшем Советском Союзе хуже только, опять-таки, кто? Туркменистан. Россия, вы хуже России, как по энергоэффективности. Хотя у нее есть это, а у вас ее нету. Да? Польша в 5 раз более энергоэффективна. Вот она рядом. Не связано с климатом. Ну да, там климат такой, ну, хуже немножко. И страна большая. 5 раз лучше, чем вы. Понимаете? Поэтому энергосубсидии, это будут вопросы, можем поговорить. Значит, коррупция, энергосубсидии убрали, значит, регулирование энергосубсидий убрали, и вот общество следит за небольшим количеством, потому что чего, вот надзор, АБВГД-надзор, вам, как мы выяснили, он не нужен. У вас его нету. А есть вещь, которая вам нужна, и у вас ее тоже нету. Какая самая главная вещь, самая главная государственная служба, которая, две государственные службы, которые вам очень нужны, но у вас ее нету? Нет. Как?
Ну, суд, хорошо, принимается ответ, тогда три. Давайте назовем три. Суд, еще? Ну, блок что забыл. Ну, конкретно, у вас армии нету. Вот есть такая страна, у которой нет армии, Коста-Рика. У нее, она думает, что Америка на нее не нападет, а соседи будут бояться Америки, да? А больше других стран нету таких, у которых нет армии. Ну, Украина еще. Правильно? А вы чего не боитесь, непонятно. Вот Пожнадзор есть, а армии нету. Ну, как-то это... А где логика? Где логика? Понимаете? Еще скажу, полиции нету. Полиции нету, армии нету, судов нету, а вы сейчас готовы дискутировать Пожнадзор. Ну, или какой-то надзор. Да? Ну, вы в семье же не будете так себя вести? Вы же не будете там, у вас, допустим, крыши нету, двери нету, а вы обсуждаете вопрос, штепсель на каком месте должен быть для телевизора. Да? Или обои должны быть, вот нет, этот колор немножко, знаете, там немножко более матовый цвет. При этом дождь клещет, да, обои эти там, они через несколько часов там просто слезут, там, да, а вы дискуссируете, нет, этот узор должен быть нежнее. Крыши нету, двери нету, да, что надо дверь вешать и крышу делать. У вас армии нету, полиции нету, судов нету, значит, надо чем заниматься, этим заниматься, остальное потом. Вот, и что тут важно, понимаете, это же, я когда вам, я не потому вам говорю, что, то есть, это, я хочу, чтобы, в идеале, конечно, что если лекция будет удачной, что вы потом об этом же говорили другими людьми. Вам нужны аргументы. Они же точно так же, нет, как же пишет Пожнадзор-то? Как? А вы скажете, а, и вот, а, и вы все тоже скажете, что я говорю вам. А еще скажете, а 200 лет назад его тоже не было ведь? И ничего? Украина существовала? Правильно? А? Ну, а сегодня так себе существует. Но еще с Пожнадзором. То есть Пожнадзор ни на что не влияет в хорошую сторону, понимаете? И там так себе существовало, и сегодня так себе существует. Но еще лишний род. Да, и лишний участок самой коррупции. Архитектурный надзор. Важное дело. Вот вы пойдитесь по Киеву и посчитайте, сколько зданий построено с надзором и сколько без надзора. И обнаружите, что значительная часть без всякого надзора построена. Вообще Киев построился как город, создался в условиях отсутствия какого-либо архитектурного надзора. Самые старые здания, которые... Точно мы знаем, что уже 800 лет стоят или там 600 лет стоят, ничего с ними не происходит. Они были построены в условиях отсутствия какого-нибудь надзора. Правильно? Ну, не было надзора. Ну, надзор такой был. Рухнул. Да? Как мосты проверяли в 19 веке, да? Мост построит, потом строитель стоит внизу, по мосту проходит состав. Если не рухнул, все нормально. А если рухнул, то, значит, ну, не получилось. Ну и все понимали, что поэтому не рушились мосты, да, потому что понимали, что, ну, как, я же себе не буду вредить, понимаете? И вообще вот, так, кто тут экономист, кстати, поднимите руку, чтобы я понимал пропорцию. А, ну вас не так много. Ну, я обращаюсь к экономистам в частности, и то, что я говорю, это не фантазии, так сказать, больного человека там, который здесь сидит. Есть такой эффект Пельцмана, надеюсь, вы его слышали. Если не слышали, то придете домой и посмотрите, значит, в интернете. Пельцман – такой живой человек, значит, из Чикагского университета, который, значит, описал это явление. Когда, как бы сказать, наличие контролирующей третьей стороны снижает ваше ощущение риска, и вы себя ведете еще более безрассудно. А когда никто не обещает вам, что все это проверено, вы сами отвечаете за этот риск и как бы уменьшаете. То есть результат один и тот же. То есть ничего хуже не происходит. Вот. И, кстати, вот он в этом году номинировался на Нобелевскую премию, но не получил, но я думаю, что он получит, потому что...
так сказать, очень важная вещь, которую он сделал. Такой. Вот. Сейчас. Сейчас, значит, одну вещь мы договорились. Второе. Правоохранительные органы, то, что называется, да. Я думаю, что с правоохранительными органами ситуация, она сложная будет всегда, да, потому что там очень много сконцентрировано власти, да, и еще нет такой страны, ну, может быть, Швейцария, которая могла бы сказать, что она научилась контролировать полностью правоохранительные органы. Вот в прошлом году в Соединенных Штатах был такой скандал большой. Их налоговая служба, Internal Revenue Service, да, IRS, оказалось, что она по отношению к организациям, таким, не коммерческим, а там, типа NGO, да, там всяким think-tankам, которые боролись за снижение налогов, она по отношению к ним проявляла избыточную, так сказать, как бы сказать, доскональность, да, их штрафовало и так далее. Ну, был большой скандал. Начальник, так сказать, ушел в отставку. Там Обаме пришлось оправдываться и так далее. Да? То есть Соединенные Штаты, страна устоявшейся демократии. Да? И там тоже оказалось, что поскольку власти много, да, там много силы, много дискреции, иначе не работает эта система. Даже там не смогли с этим, вот конкретно в этом случае справиться. Как только дело коснулось их интересов, а налоговая служба заинтересована, чтобы налоги не уменьшались. Так она устроена. И у вас, и в Америке, и у нас. Значит, но что очень важно. Первое. Надо избавиться от заблуждения, что, значит, правоохранительную систему должны возглавлять профессионалы. Вообще, надо избавиться, вот мы с вами беседовали на эту тему в Тбилиси несколько дней назад, надо вообще избавиться от этого заблуждения, что профессионалы должны быть министрами. И я знаю, что у вас сейчас популярен термин «профессиональное правительство». Это глупость, прямо скажу вам. Да? Потому что, я скажу даже наоборот, надо стараться, чтобы врач никогда не стал министром здравоохранения. А если станет, то такой врач, который никогда не занимался врачебной практикой, желательно. Чтобы полицейский никогда не стал министром внутренних дел, да, военный никогда бы не стал бы министром обороны. И это не шутка, это реальная вещь. Потому что министры, они, министры это люди, которые выражают политическую волю. Понимаете? Есть советское устройство правительства, есть цивилизованное западное, назовем, устройство правительства. Советское устройство правительства – это были государственные компании фактически. Да? И так, ну, опять-таки, для тех, кто помнит Советский Союз, были такое Министерство тракторного машиностроения. Что делает Министерство тракторного машиностроения? Министерство тракторного машиностроения строит тракторы. Вот Харьковский тракторный завод сейчас входил в Министерство транспортного машиностроения СССР. Было Министерство текстильного машиностроения, Министерство среднего машиностроения. Но среднее машиностроение, оно строило не средние машины, оно строило, делало атомные бомбы. Значит, тяжелая промышленность, черная металлургия, цветной металлургии, того сего. Понятно, да? И, конечно, министром тракторного машиностроения должен быть человек, который хорошо умеет строить трактора. Да? Но в современном мире, когда государство ушло от этих хозяйственных функций, и даже государство, которое огромное, ну, у них очень значительная часть бюджета представляется правительством, да, Финляндия, допустим, да? Но Финляндия, она не производит телефоны Nokia, то есть, или там, значит, шины Nokia, или там бумагу, или чего-то государством, да, там. Поэтому министерство — это орган выработки политики, да, и осуществления этой политики. И министр не должен быть знатоком этого дела. Министр должен быть человеком, который в рамках, то есть демократических процессов, вот, выборы,
Народ проголосовал за это. Они, народ хочет так жить. Вот этот министр и реализует вот эту народную, так сказать, народный консенсус в виде политической воли. Поэтому ему никакого профессионализма не нужно. Это глубочайшее заблуждение. И в том числе это заблуждение в отношении правоохранительных, в первую очередь правоохранительных органов. У нас министрами внутренних дел был за, значит, вот с 2004 года по 2012 год до выборов у нас был сначала химик, юрист, геодезист, историк. Так вот, самым успешным был и дольше всех был геодезист. Да? И никто там и не смеялся, и ничего, потому что понятно, что это вот результат, значит, усилий этих людей, в основном вот геодезиста, значит, была реформирована полностью полиция. Да? Министр обороны был юрист, химик, экономист, специалист по международным отношениям, врач. Кто был потом после врача? Врач и историк. Видите? А, и этот самый политолог. Вот. И грузинская армия, так сказать, она, да, мы проиграли войну, но мы там 5 дней сражались с российской армией, так сказать, хотя бы, да? То есть у нас армия есть, ну, какая есть, там маленькая, да, она, наша армия там в 46 раз меньше российской армии. Да, там, ну, вот такого размера, так сказать. Зато в 15 раз больше эстонской армии. Когда в России писали, что кто главная опасность для России, когда проводили опрос, ответили, что главная опасность для России исходит от 3 стран. Америки, Эстонии и Грузии. И вот мы с Эстонией и Грузией так бы двинулись. Но, что интересно, у Эстонии и Грузии вместе столько военных, сколько на параде выходят на Красную площадь. Вот. И очень серьезный вопрос – это суды. Дело в том, что это путь, который мы, нельзя сказать, что прошли чрезвычайно успешно и до конца, потому что суды, значит, судебная система – такая ситуация. Если вы сегодня уволите всех судей и создадите новую судебную систему, ну, может быть, она там некоторое время проработает, там полгода, хорошо, а потом ничего, потому что у них не будет ощущения, что они навсегда пришли. Понимаете, потому что их предшественников только что выгнали нахрен. В Грузии так было сделано в середине 90-х годов. То есть всех судей уволили и новых набрали. И это не сработало. Да, потому что не возникло ощущения, что это вот, что мы неприкасаемы. А судья может эффективно работать только тогда, когда понимает, что его решение, и его никто не может тронуть. Да? Бороться с судьями, там, выискивать среди них коррупционеров и наказывать, да, это нужно делать, но это такой путь, как бы, если это делать слишком рьяно, хотя вроде заслуженно, тогда исполнительная власть усиливается, и она приобретает контроль над судебной. И тут вот это такая ссыла и харибда. Либо у вас судебная система берет взятки, либо выполняет указания правительство. Ни то не годится, ни другое не годится. То есть, ну, первое хуже, второе не так. То есть, нет, первое очень плохо, второе просто плохо. Но ни одно из них не является хорошим решением. Значит, я думаю, что для Украины нужно какое-то экстраординарное решение. Тем более, что у вас по другим показателям, то есть по периметру
остальное все тоже очень плохо. Значит, это такое непростое решение. Я думаю, что оно, ну, я не очень понимаю, как оно может сейчас пройти. Это вам надо поступить со своим судебным суверенитетом. Вот что я имею в виду. Как это было сделано в Сингапуре? Сингапур, значит, есть такая теория, что Сингапур это не демократическая страна, потому что там одна и та же партия у власти находится с 65-го года. Да, уже сколько, значит, 50 лет скоро будет, в следующем году. На самом деле это не так, потому что в Сингапуре есть, Сингапур это правовое государство. Да? У власти находится одна партия, но эта партия не может как бы никак влиять на судебную систему. И поскольку Ли Куан Ю, первый премьер-министр Сингапура, который много лет был премьер-министром, он человек чрезвычайно умный, да, и я всем рекомендую прочитать его книгу, вот такая толстая книга, значит, называется, не помню, в общем, там он описывает, то есть вот так как бы, как все начиналось, да. И Сингапур, надо сказать, что это страна удивительная, да, там, потому что эта страна, она богаче, так сказать, в пересчете на душу населения, чем Америка, там, или Англия, там, или Германия. И главное, в отличие от перечисленных стран, которые растут со скоростью там, 1%, 0,5%, ну, 1,5%, она растет со скоростью там, 14%, 7%, 6% до сих пор. Вот. Значит, Сингапур, значит, он, Сингапур стал самостоятельной страной в 65-м году. Да? Вопрос. А как была устроена судебная система Сингапура? Ответ. Значит, у Сингапура фактически не было Верховного суда. Верховным судом Сингапура был Королевский суд в Лондоне. И так продолжалось до 98 года. То есть, до 88 года, извините. Или 83-го. В общем, около 20 лет Сингапур не имел своего Верховного суда. Потому что Ли Куан Ю понимал, что страна непонятная, как-то кто, что, чего там, то ли Малайзия, то есть Сингапур по отношению к Малайзии, как Украина к России, то есть там все время думают, что вот сейчас нападут. И там несколько раз собирались, да, очень боится. Маленькая страна, там инвесторы, непонятно, что они будут думать, там, поэтому давайте так, вот зачем нам суд? Вот вопрос, зачем Сингапуру был нужен Верховный суд? Что английский плохо работает, хорошо работает. Ну, давайте тогда, вот пусть оно будет. Вот. Значит, путь, это как бы сказать просто сделать тяжело, но мне кажется, то есть потому что, смотрите, для того, чтобы экономика ваша росла, вы должны ежегодно росла, скажем так, не шибко быстро, но чтобы росла. Вы должны получать ежегодно около 10 миллиардов ну, 10-12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Других, никаких других источников роста у вас, ну, значительных нету. Да? Сегодня вы получаете около 2 миллиардов долларов инвестиций иностранных. Вопрос, как те 10 миллиардов привлечь? Даже у вас, если налогов вообще, то есть, ну, как, ну, допустим, налоги ниже, это хорошо, но даже если у вас налогов нету, но продолжается практика, что вот как один мой знакомый мне говорит, представляешь, говорит, у меня была гостиница в Киеве. Утром проснулся, мне звонит, говорит, уже у вас ее нет, потому что ночью собрался в суд и решил, что она не моя. Понимаете, понятно, что никаких иностранных инвестиций быть не может. Поэтому вот эту систему, то есть вопрос, это нужно решать, это вопрос важный для вас, потому что вам тоже нужна справедливость, каждому из вас, потому что если с вами что-то произойдет, не дай бог, или у вас будет какой-то спор с кем-то там, имущественный или неимущественный, вам хочется, чтобы была справедливость, чтобы был хороший справедливый суд. Да? Это желание каждого нормального человека, чтобы вы судили по справедливости. Но сейчас, значит, эту задачу решить можно только в течение очень долгого времени. Да? То есть постепенно будет формироваться прозрачная, честная, некоррумпированная судебная система там. Культура расти будет, там, Министерство образования, туда-сюда, и через 40 лет будет хорошая судебная система. Но вам нужны инвестиции сейчас. Да?
в отличие от иностранных инвесторов, они имеют выбор, вкладывать в Украину или вкладывать там в Кампучию. У вас выбора нет, вы живете в этой стране, поэтому вам придется пожить с плохой судебной системой, но вам придется сделать так, чтобы для них была хорошая судебная система. Неприятно, но факт такой, да? Потому что если так не сделать, тогда они будут приходить. И поэтому какую-то форму такой вот частичной потери юридического суверенитета, судебного суверенитета, скажем так, не избежать. Есть разные способы, ни одного такого простого, хорошего способа нету. Значит, ну, идеально было бы ваше вступление в Британское Содружество. Но там это не так просто. То есть там желающие есть, кстати, надо сказать, к вступлению в Британское Содружество, в том числе очень даже развитые страны, но Британское Содружество особо не торопится, так сказать, расширять свои ряды, потому что тогда у вас автоматически королевский суд, то есть Privy Council, уже становится вашим верховным судом. Вот. И есть другие способы, там, по отношению к крупным инвестициям, можно отдельно какие-то зоны выделять, где юрисдикцию вводить. Очень сложный очень такой вопрос, я не буду на нем акцентироваться, но вот тем не менее, да. Но тем не менее, вот такие три вещи важны. Есть еще другие, это дебюрократизация, уничтожение бюрократических организаций, правоохранительная система и судебная система. Сейчас давайте перейдем к танцам. Давайте зараз запитання, декілька у нас є час. Представляйтесь коротко і задавайте запитання. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня два вопроса, если позволите. Первый, вот вы говорите, надо всех разогнать и так далее, да? Я согласен с этим, в принципе. Ну, сложно спорить. Что, посмотрите, потом эти люди одевают на себя вот эти ленточки, берут зубоавтомат и начинают там грабить магазины. Что с ними делать, с этими людьми? Потому что их миллионы на самом деле. Это же средний класс, как было сказано. Да, вот этот средний класс, он одевает автомат и начинает там грабить мирных людей. Средний класс никогда никаких автоматов не одевает. Это закон природы. Ну хорошо. Человек, который наворовал, да. Он никогда никаких ленточек не оденет. Ни георгиевских ленточек, ни пулеметных ленточек. Угу. Но георгиевских еще он может оденет, а пулеметные точно не оденет. То есть это безопасно их увольнять? Ну, вы как... Ну, то есть можно... Нет, понимаете, то, что они будут недовольны, факт. Но там восстание санэпиднадзора я не представляю. И второй вопрос. Вот многие говорят... Вооруженными морилками для тараканов пошли на Раду. Может, и неплохо, кстати. И, если позволите, второй вопрос. Вот в Украине многие говорят, что вот Грузия, она маленькая, они смогли, потому что они небольшие, все управляемо. В Украине она огромная страна, многонациональная, там Запад это почти Венгрия, там Восток это почти Россия и так далее и тому подобное. Я думаю, что это глупости, но как вы видите, вот размер имеет значение в этом случае? Спасибо. Нет, во-первых, насчет этнической, то есть в Грузии живут грузины, православные христиане, грузины-католики, грузины-сунниты, грузины-шииты, их мало, правда, шиитов. Значит, азербайджанцы, армяне, еще там убывающие. Это во-первых. То есть грузинов там, ну реально там 80%, то есть этнических грузинов, значит, 80%. Поэтому эта проблема... То есть у нас тоже есть такие территории, которые населены более-менее гомогенно, допустим, армянскими этническими гражданами или там азербайджанскими. Там. И главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации, оно там ведет тоже работу, как понятно. Да? Потому что там стояли военные базы в армяноязычной части, и они там большая агентурная сеть и все. Но а что делать там из-за этого? Во-первых. Во-вторых, мне кажется, что размер какое-то значение имеет в том смысле, что, например, вот там какие-то уровни управления, может быть, легче простроить, но весь смысл грузинских реформ один из главных смыслов заключался в том, что мы как раз отказывались от контроля над всем и вся. Да? Поэтому размер тут ни при чем. То есть, если вы отказываетесь от, условно говоря, там санэпиднадзора, размер тут ни при чем. Да, там большая, маленькая. Если мы говорим, нет, мы
малость может играть роль в том смысле, что вот там, допустим, в итоге там у вас 10 человек прокуратуры хватает, чтобы вот держать ситуацию, а не 100. Но, с другой стороны, у вас народ, то есть и народу больше, да, там, поэтому я вот вопрос непропорциональности не понимаю, честно говоря. Есть такая теория, то есть родоначальным этой теории являются греки, которые... Аристотель сказал, что как может быть демократия, если нельзя голосом докричаться, да, до границ полиса. Вот. Но мы из этого вышли, так сказать, и потом есть примеры успешной трансформации крупных стран, но вот Польша. Как она существует? Польша что, она меньше Украины, что ли? Меньше. Ну, насколько? Ну, она сравнима там, да? И по площади, и по народу, и по, значит, истории, да? И граница, так сказать. Польша 25 лет назад была беднее Украины. Польша была беднее Украины. Польша сегодня в несколько раз богаче Украины. Понимаете? Это что? Маленький нюанс. Соседа такого нет хорошего. У Польши? Да. Есть. Германия. Ну, какого такого? Подождите. Ну, больше есть граница с Россией, там, ну, не, меньше, конечно, чем у вас. Ну, и что? Вы хотите сказать, что это Россия виновата, что у вас Гангадзе убили, что ли? Россия виновата, что у вас, значит, это самое, Лазаренко, так сказать, там, в розыск объявили, в Америке арестовали. Россия виновата, что ли? Ну, что это Россия-то? То есть Россия виновата во многом, но так-то не надо, индульгенцию надо выписывать за этот счет себе. Да? Потом, такой же сосед есть и у Эстонии, и у Латвии, и у Литвы, ну как-то они, такой же сосед еще, то есть отношение границы населения и так далее еще хуже у Казахстана, понимаете? Казахстан, конечно, не страна, значит, развивающая демократии, но она, по крайней мере, хоть экономически развивалась, да? Экономически развивалась хотя бы. Поэтому не надо с больной головы на тоже больную другую сваливать. Спросить вот что. Смотрите, такая ситуация, общеизвестный факт, что людей очень сильно раздражает коррупция именно на бытовом уровне, на каждодневном. Вот возьмем конкретный пример, поликлиника, да, или амбулатория, как у нас они сейчас появились. Мне бы хотелось спросить у вас, вот как в Грузии, да, вы там ввели страховую медицину, она была неоднозначная, много было по ней каких-то там разных статей в СМИ. Конечно, вот да. У меня вопрос, смогли ли вы этим механизмом побороть эту коррупцию на этом небольшом хотя бы конечно уровне, да, и вот что для Украины, как вы видите, потому что мы, если не ошибаюсь, страховую медицину уже лет 10 пытаемся ввести. Значит, у нас, кстати, вышла книжка небольшая там, на английском по поводу реформы здравоохранения в Грузии. Сейчас ее на украинский переводят, и в сентябре будет презентация. Вот. И надо сказать, что эта проблема, о которой вы говорите, эта проблема исключительно связана с тем, что это у вас госуслуга. Ну, например, представьте себе частного врача практикующего, да? Он по определению не может брать взятки, потому что непонятно, что значит взятка. Это он, ну, то есть, точно так же, как взятку не может брать человек, который продает, там, не знаю, там, попугаев, да? Это его попугай, он их продает. Что такое взятка, да? Поэтому, как только вы это из разряда госуслуг переводите в разряд хотя бы государством финансируемых, но частных услуг, то есть, когда провайдер этих услуг частный, то все. Медицина, у вас нет такой страны, где люди говорили, о, какая хорошая у нас медицина. Знаете почему? Потому что в итоге ваше общение с медициной в итоге кончается смертью. Понимаете? Потому что люди здоровыми не умирают, люди умирают больными, да? И люди умирают в больницах часто. Поэтому страны, которые говорят, что мы довольны медициной, такой страны существовать не может. Есть формальный показатель, допустим, там, продолжительность жизни, там, детской, там, по всем этим показателям было улучшение. Но в чем реальность, что в Грузии, сейчас новое правительство, конечно, пытается, так сказать, это немножко сдвинуть, но в Грузии реально, так сказать, больше 90% больниц, они частные. Да? А у нас практически все поликлиники частные.
Поэтому вопрос коррупции там лишен содержания. Да, недовольны все равно есть, не так улыбнулись, не так, понимаете, хорошо выписали. Да, конечно, есть. Я понимаю, это точно так же, как у вас есть ли недовольны тем, как обслуживают в Макдональдсе? Ну, наверное, есть. Наверное, не все Макдональдсы одинаково хорошо обслуживают, где-то улыбаются, где-то менеджер сильнее, где-то чище, где-то не так чище. Да, но это не государственная услуга, да, слава богу. Поэтому это касается и высшеучебного заведения. 38% студентов, они поступают в частные вузы. Да? Значит, я так понимаю, что у вас пропорция совершенно другая. Да? Значит, а почему? То есть, ну, я понимаю, почему, потому что там участвовал в обсуждении два года назад вашего закона о высшем образовании. И я ужаснулся, а мне сказали, что нет, это очень прогрессивный закон, потому что то, что сейчас, это гораздо хуже. Тут даже есть участник этого обсуждения. Вот. Да, вот. Значит, и то есть, почему эти услуги должны оказывать государство? Вот какая магия в этом? Ведь это же не военные, да, там, даже военные, в общем-то, часто летят. Но почему врач должен быть госслужащим? Это кто-то может объяснить когда-нибудь? Нет. И посмотрите, такого же почти нигде нету. И результатом, что происходит в результате у вас в здравоохранении? У вас, еще один рекорд, вы чемпионы мира по нереформированию здравоохранения, по несокращению коек. Да? У вас количество коек в 4 раза больше, чем в европейских странах на душу населения. Да? Значит, более того, у вас коек много и в Беларуси, и в России. Но в России и в Беларуси они сокращались хотя бы, а у вас не сократились никак за последние 10 лет. В Америке сократились на 70%, в Новой Зеландии в 2 раза почти. Почему? Потому что там реформировано здравоохранение. Более того, есть много способов, как его реформировать. Да? Там можно через внедрение частных провайдеров, как, допустим, было сделано в Грузии. Можно, как было сделано в 80-х в Новой Зеландии. Они не могли себе политически позволить это сделать частным, но они создали конкуренцию между разными провайдерами, да, там, между профилактическим сектором и лечебным, и таким образом, так сказать, сильно продвинулись вперед. Поэтому, еще раз говорю, вы не способны нести бремя такого огромного государства. Такое, значит, бремя, то есть вот 48% валового внутреннего продукта у вас перераспределяет государство. В каких еще странах это перераспределяется? В Швеции, там больше, в Финляндии чуть больше, в Германии столько же, да? В Китае, извините, в 3 раза меньше. В Сингапуре, ну, почти 3 раза меньше. В Корее 2 раза меньше. В Грузии на 60% меньше. Ну, как вы с таким проживете-то? Ну, это нет же чуда, понимаете, там, вот вы врач, да, вот. Есть там такой термин «травма, несовместимая с жизнью». Ну, значит, помер по-нашему, по-человечески, да? Вот. Вот у Украины вот эти экономические травмы, они несовместимы с жизнью. Ну как, не может быть страны с 48% ВВП предоставленным государством, с 9% дефицитом бюджета и с ВВП по паритету покупательной способности 7 тысяч долларов. Ну, не бывает. Это так, как не бывает человека, у которого осталось там 2 миллилитра крови, да, и там нету 2/3 кишок. Да, там. То есть он, может быть, там сделал вдох, но понятно, что выдох уже не сделает. Понимаете? И это так. То есть не бывает таких стран. Не бывает таких стран. И поэтому надо... То есть это тяжелая, острая ситуация. Там надо хирургически это лечить. Если не будете лечить, понимаете, вопрос такой. Очень хорошая медицинская аналогия, я думаю. Если вот больной в тяжелом состоянии, если у него там, не знаю, внутреннее кровоизлияние, если вы его будете лечить, там разрежете, что-то будете сшивать, он может помереть, правильно? Но если вы не будете лечить, он точно помрет. Да? Если вы не проведете реформы, да,
если вы не проведете реформы, то у вас ваше государство исчезнет. Его не будет больше. Если еще полгода назад или два года назад, когда я с некоторыми из вас говорил, это казалось, что ну, человек там, знаете, такой вот грузин, ради классного словца, там что-то говорит такое, то сейчас вы уже не сомневаетесь, ведь, что у вашей страны могут быть как минимум другие границы. У вас же нет сомнений в этом, что это реальность. Это плохая реальность, но это реальность. Это реальность уже, я бы сказал, осуществленная. Крым отняли, и сейчас вопрос такой, ну, там Луганск только отнимут, или Луганск с Донецком, или еще и Харьков с Одессой, там, да, там. Как-то внутри себя, не знаю, сейчас вы можете не говорить, но внутри себя-то вы примеряете разные варианты, я думаю. То есть, и поэтому либо Путин проведет у вас реформу, либо вы сами. Решайте. Да. Проблемы в судебной сфере. У нас вот был такие случаи, да, в футболе, да, когда два клуба, которые тотально не доверяли друг друга, во время важных матчей приглашали судью иностранца, потому что местные судьи были подвержены определенному влиянию того или иного клуба. Не считаете ли вы, что можно ввести в том числе импорт услуги судей? Нет. Знаете, проблема в чем? Это так было сделано в Боснии и Герцеговине. Эта идея, она такая, лежит на поверхности. Хотя, кстати, у вас есть шанс это сделать лучше, чем у босницев, значит, но вот, то есть надо сделать очень аккуратно. В Боснии и Герцеговине были импортированы немецкие судьи. И эти судьи до сих пор, значит, там неподкупны и так далее. Но оказалось, что коррупция переместилась к переводчикам. Понимаете? В этом смысле, что хорошо для Украины на самом деле, да, и чего босницы не могли сделать. Если вы будете импортировать из Канады, да, то да. То есть, в смысле, они должны говорить, то есть, для судебной системы первого уровня, то есть, Верховный суд там не важно, там, потому что люди судятся, там, Абрамович с Березовским судились в Лондоне, да, в конце концов. То есть это как-то, там проблемы-то с этим ЗРК нету. Но вот для бытового уровня, то есть для основного, первичного уровня, низшего уровня, общегражданских судов, то, что называется, то есть не апелляционных и тем более не верховного, там люди должны говорить на языке этом. Поэтому у вас есть очень небольшое окно возможности импортировать, то есть из того 1 300 000 говорящих на украинском языке канадцев, я думаю, что там есть, там, не знаю, там 15 тысяч юристов, наверное, ну там 100 человек, по крайней мере, наверное, можно набрать таких. Да, это возможно. Но так вот, давайте мы сейчас пригласим там этих, значит, англичан или немцев, как оказалось, это не работает. Я хотел задать два вопроса, если можно. Первое, это продолжая тему Польша и Украина, сравнительные характеристики. Вот мое мнение, что то, что отличает Украину от Польши, это то, что вот поляков в свое время народ был объединен вот одной идеей. То есть идеей, допустим, двигаться в сторону там, Европы, реформировать свою страну, вот как-то они были более объединены. Я не оправдываю отсутствием действий Украины именно этой проблемы, но я вижу здесь проблему, что у нас определенное количество общества объединено одной идеей, допустим, западного направления, другая часть этого общества смотрит на восток. Вот мне интересно ваше мнение, есть ли вообще здесь проблема, если она есть, то как ее можно решить? И второй мой вопрос, это продолжая тему непрофессионалов, занимающих политические должности. Вот. И вопрос, как вот, допустим, вот у вас образование биолога, но вы проводили, координировали реформы в Грузии. То есть как, в процессе чего формировалось ваше видение, что и как нужно делать, или как оно впоследствии должно выглядеть? Спасибо большое. По поводу первого вопроса, ну, во-первых, мы, год назад я бы с вами больше согласился. Сегодня, по крайней мере, мы говорим после Евромайдана, поэтому значительная часть украинского народа выразила тоже свою волю, да, что хотят двигаться в сторону Запада. Значит, безусловно, проблема эта существует в восточных регионах. Я, когда
несколько лет назад, допустим, первый об этом задумался, спрашивал украинских друзей или там слушателей во время какого-то выступления и так далее, говорят, вот если по Украине ударить, она где расколется, и все давали одинаковый ответ. Да? То есть никто не говорил, что отколется там Львовская область, да, там, или там Черновцы, а все говорили, что вот есть восточные регионы, там они отколются. И там, конечно, разница была, там Одесса там или Одесса тут, да, там. Но, в общем-то, понимание это есть. И тут простых вопросов нет. Я думаю, что это в этом одна из главных проблем ваших заключается, что и почему Украина в более тяжелом положении, чем большинство известных мне стран. То есть я сегодня думал, кто еще в таком положении, наверное, ну, то есть в таком положении будет Россия там в какой-то момент, но не сейчас. И в таком положении сейчас, ну, в таком же плохом, наверное, Ливия, как Украина. А больше я таких не знаю ситуации, потому что у вас, значит, экономические реформы, они, или реформы в целом, скажем так, они, некоторые из них болезненны. То есть, вернее, скажем так, без болезненных реформ вы не достигнете хорошего результата. То есть вы достигнете такой очень средний результат. Да, там. Значит, с болезненными реформами вы достигнете гораздо более лучший результат, но болезненные реформы могут провоцировать раскол страны, да, потому что, условно говоря, человек, который сейчас в Луганске для себя думает, он с какой стороны больше, да, там, и в принципе, он, ему нравится идея, так сказать, быть гражданином независимой европейской державы, которую он представляет, что станет Украина, да, ну, условно говоря, если взять 100 таких человек, вот они вот так, да, они, в принципе, там не то, что прямо вот готовы, так сказать, там, значит, за это с оружием в руках бороться. Ну, в принципе, им это кайф, да? Ну, а когда им придется в два раза больше платить за отопление квартиры, я думаю, что часть из них задумается. Это реальная проблема. Мы, то есть, там, закрыть глаза, там, сказать, нет, этой проблемы нету, как дети, знаете, вот они говорят, а меня не видно. Нет, тебя видно, просто ты не видишь, да? Вот закрыть глаза не получится. Эта проблема существует, но тут есть другая сторона. Значит, если вы не проведете реформ, ну, допустим, вот у вас будет рост 1% в следующем году, даст Бог, да? Что такое рост 1%? Он же не будет равномерным ростом, да? Это означает, что где-то будет рост 3%. Но если где-то рост 3%, значит, где-то рост минус 2%, да? И если у страны существует проблема, то есть единство, тогда это ее погубит. Да, потому что регион, который все время будет в аутсайдерах, там, в нем будут формироваться такие же настроения. Да? Ну как вот, во Львове там плюс 3, а в Луганске минус 3. Ну сколько такое может продолжаться? Поэтому не делать реформы нельзя. Поэтому, ну какой есть выбор? Выбор 45 миллионов человек. Нормальных, талантливых людей, столь же талантливых, как любой другой народ. Да? Ну, должны найти в себе силы лучших направить, руководить страной. Что еще можно придумать? И они пусть вместе с вами открыто, прозрачно, не без лжи, без называния вещей не своим именем, это обсуждают и решают. Ну, какой еще путь может быть? Посмотрите, как другие страны становились странами. Там Швейцария хорошая страна, хорошая, культурно, чисто, да, там. Как говорил ваш соотечественник по поводу Швейцарии, ошибаются все, даже Господь Бог. Иначе зачем бы он поселил евреев в России, когда он мог бы их поселить в Швейцарии, где кругом одни французы, чистый горный воздух, Бабель. Да? Но Швейцария, как она стала такой? 550 лет назад на улицах Женевы жгли людей. Понимаете? Просто там трава и огонь. И жгли. Понимаете? Вот пожгли.
В результате они как-то туда-сюда, да нет, не получают так. Вот сегодня они швейцарцы. Каждый третий немец был убит во время религиозных войн. Французы, которые кругом одни французы, да, взяли Варфоломеевую ночь, одна часть страны, другую часть вырезала вообще, да. Зато сегодня Париж, там кофе пьют, понимаете, фуагра кушают. Вот поэтому, значит, без боли этого не будет. Вот не надо, то есть не должно быть иллюзии, что вот мы так это сейчас будем, знаете, все будет хорошо, и экономика будет расти, и политических проблем не будет, и все будут довольны, и дружелюбны. Так не бывает. Так это картина второй половины 20 века в некоторых европейских странах. И больше нигде никогда этого так не было. Да? И то там непонятно, что будет. Поэтому да, у страны существует экзистенциальная проблема, она может распасться. Она может распасться в результате реформ, но она точно распадется при отсутствии реформ. Понимаете, точно, вот как мы говорили про врача. Точно помрет, режьте, может быть, спасете. А не будете резать, точно просто помрет, протухнет и исчезнет. И вы что думаете, что где-нибудь в Библии написано, что Украина существовала, существует и будет существовать всегда? Нет, не написано. Даже государство, про которое в Библии написано, что оно будет существовать всегда, оно не существовало больше 2000 лет. Оно меньше 2000 лет, да? Израиля не было. Вот-вот. Есть такая страна, про нее даже в Библии написано, а страны не было. Да? Жили они тут вот тут, по соседству все. Понимаете? И, а что? Где проходила граница, где проходила граница между Финляндией и Монголией? Вот у нее же была граница где-то тут вот в России, по Москве проходила где-то, да? Нету. Османская империя существовала. Она же тут... У вас же была... То есть у... Значит... Королевского Литовского и у Османской империи была общая граница. Это не очень далеко от этих мест. Правильно? Ну, нету. Нету этого. Что-то. А почему вы будете всегда? Почему мы будем всегда? Если... Нигде это не написано. Ну, исчезнут. Австро-Венгрия исчезла. Понимаете, она же вот... Вот вы же... А часть Украины была частью Австро-Венгерской империи. И там тоже думали... Это кто-то говорит, Австро-Венгерская империя исчезнет. Говорит, дурак какой-то, что-то говорит, это ерунду. Как она, как вот наша империя может исчезнуть? Вот тут Франц Иосиф, император там. Ну, как она может... У нас армия, полиция там, оружие там... Флаг, гимн, две столицы. Как она может исчезнуть? Ну, исчезла. И Украина исчезнет. Никто за ней, кроме украинцев, никто присматривать не будет. Не обязан, не подписывался. А сейчас даже те, которые подписывались, говорят, что не подписывались в 1994 году. Понимаете? Поэтому вы сами как-то, сами. Давайте. Сейчас, подождите. А я не знаю, ну как-то так вышло, что я с этим справился. А, другая частина, да, была потом? Ну, не знаю, как, ну, так вышло. Взялся, нет, расскажу, вот такая притча есть. Значит, у человека алмаз такой, знаете, большой алмаз, хочет ее, из нее сделать бриллиант. Идет к ювелиру, говорит, сделайте мне из бриллианта. Он говорит, о, ну что вы, тут, понимаете, вот тут трещина проходит. Эта трещина такая, что начну гранить, развалится камень. Говорит, разрежьте. Он говорит, не-не, ну что, только нанесу первый разрез, он расколется, там пыль превратится, не буду. Идет ко второму, ювелиру к третьему, четвертому, все отказываются. Приходит еще к одному старому ювелиру, он говорит, да, ну, сейчас, Федя, заходит такой амбал, такой молодой парень, такой, чего? Он говорит, ну, пойди, разрежь это на четыре части. Федя уходит, говорит, ну, давайте кофейку попейте там. Пьет кофе, Федя приходит, говорит, вот четыре алмаза, разрезал. И уходит, говорит, боже мой, какой же вы мастер своего дела. Если ваше подмастерье
это сделала, что же вы можете сделать? Наверное, чудеса какие-то. Он говорит, да я бы никогда бы не разрезал. Он же дурак, ничего не знает. Поэтому не побоялся, взял и разрезал. Понимаете? Ну, у меня так и вышло. Там. Я же экономика в этих не учил, ты, кстати, пришел там, ну вот, что там это все валяется, надо на улице, это все мешает, непонятно, разобраться сложно. Давайте очищать, очищать, очищать. Ну, ну не совсем так, не совсем такой дурак, но близко к этому. Это получилось. Вот. И глаза боятся, руки делают. Это же важно. Добрый вечер. Я Александр Зарков. Вот вы затронули тему надзора. На мой взгляд, у нас в стране главный надзор сосредоточен в руках губернатора. Это назначаемые должности президента. Как вы считаете, они нужны в нашей стране или нет? То есть есть для них какая-то польза или нет? И сейчас пошел тот курс, что на эти должности назначают людей, вот, похожих на вас. То есть бизнесменов, кто что-то создал, что-то умеет, как бы, и им отдают эти области. Нет, ну отдавать области это как бы неправильно, наверное. Может, это какой-то вот в условиях отсутствия армии и полиции, может быть, это как-то как временное явление можно принять, да, потому что, ну, может быть, не будет Коломойского, там, Днепропетровского, может быть, творилось бы что-нибудь такое еще похуже, да. Ну, нам не дано сейчас судить. Но, в принципе, мне кажется, что все страны как-то существуют без этих, так сказать, назначенных губернаторов, да? Этой модели же нигде нет. Ну, то есть она есть в России, там, вот есть у вас, так сказать. Ну, другое дело, что в свете тех проблем, которые сейчас есть, значит, то, что называется децентрализация здесь или федерализация на Востоке, там, это, конечно, такое обоюдоострое оружие. Но, еще раз говорю, ну, у вас везде торчат бритвы, осколки, ножи, рашпили, то есть и человек больной. Поэтому вы как-то, вот, то есть что делать? Но назначаемый губернатор это, наверное, худшее, потому что это еще не позволяет, ну, потом губернаторы должны быть или там мэры, то есть где должен быть уровень, там реальный уровень самоуправления, это же важно решить. Мы провели реформу самоуправления, но я не скажу, что она очень успешная. Я бы даже сказал, что она скорее не успешная, чем успешная, да. Так что не надо везде повторять все, что мы сделали. Там есть вещи, где мы ошиблись. И в некоторых других странах тоже она прошла не очень успешно. Но реальность такова, что, вот, восходя к той Аристотеля, который говорит, что если на самом низшем уровне, там, на уровне там, небольших коммун, люди могут выбрать себе старосту, да, как минимум. Очень важно, чтобы этот староста имел свою налоговую базу. Потому что если этого старосту нанять, то есть если государство, центральная киевская власть будет ему платить, то он, неважно, его назначили, выбрали, он будет человек подневольный этой власти. Да, тогда никакой децентрализации не произойдет. То есть децентрализация должна сопровождаться какой-то формой, какой-то очень аккуратно, там очень много подводных камней, но какой-то формой фискальной или финансовой децентрализации. Да? То есть что-то у них должно быть свое, пусть там это будет там 10 тысяч гривен в деревне, так сказать, в месяц собираться. Вот. Иначе у вас, ну, то есть централизованно, это, знаете, страну не удержал бы Чингисхан даже. А у вас Чингисхана я что-то не видел. Ни по уму, ни по жестокости. Так. Спасибо. Кстати, я бы там еще и Центральный банк закрыл бы на всякий случай, чтобы не мешался. Потому что вот чего точно не нужно, там, это Центрального банка. Да, там. И опыт
большинства стран мира показывает, что это так. То есть благополучно живут без центрального банка. Ну, по крайней мере, больше половины стран. Примерно половина хотя бы. Вот. Понимаете, значит, тут когда, есть русская пословица, и, наверное, есть и украинская, пока петух не клюнул, мужик не перекрестился, да? Или пока гром не грянул, мужик не перекрестился. Ну, если вы считаете, что он еще не грянул, этот гром, ну, что тогда с вами еще должны сделать? Ну, напишите Путину, что он должен еще с вами сделать, что вы проснулись, а? Что? Непонятно. То там, что там, ритуальное изнасилование, так сказать, там какого-нибудь там генерала там на площади Красной, там, украинского генерала на Красной площади, что должно произойти еще, чтобы вы сказали, что тут. Понимаете? А что значит? Значит, если вы считаете, что можно потерпеть, значит, еще что-то не происходит. Ну, как, -7%, я говорю, -7% роста, дефицит хрен знает сколько, значит. Война идет на Востоке, и одну область уже отторгли. Чего вы будете ждать еще? Каких реформ вы будете ждать? И какие такие есть идеи реформ, которых вот и хочется сделать, но вот руки не делают. Какие такие есть реформы? Я не понимаю. Кто эти люди, которые знают, что делать, но не делают? Сегодня 180 банков в Украине, 180 собственников. Да. Ну, вопрос, сделать их 20 или 30, да, то есть, как бы, чтобы значительно увеличить нормативы капитала, значительно ужесточить, возможно, нормы, как бы, к ним. Знаете, в чем дело? Я, как бы, тут проблема-то в чем, что, что при этом будет, то есть вопрос увеличения, допустим, норм резервирования или там капитал, значит, и соотношение, так сказать, значит, активов к капиталу, это вторичный вопрос. Вопрос же, как будет построена там финансовая система в целом. То есть у вас, вы серьезно считаете, что вот у вас ничего, извините, я очень люблю украинцев, да, там, но у вас же ничего не получается. Да, ну ничего, то есть получается ракеты «Сатана», значит, двигатели, значит, мотор «Сич» и, значит, «Сало». А остальное, что касается государственного устройства, не получается. Почему у вас центральный банк получится? Вот ничего не получается, а центральный банк получится, так что ли? У кого? Вот, извините, это важный вопрос очень, потому что если бы у меня было больше времени, я четвертый вопрос его назвал бы. Вот у каких стран получился хороший центральный банк? Назовите мне. Есть разные примеры. Например, в Польше то же самое можно взять, когда они разделили, в том числе, КНФ с центральным банком. Нет, у каких стран, вот вы говорите, у этой страны хороший центральный банк, я готов хранить деньги на 20 лет, на 20-летний депозит вот в этой валюте, в их банковской системе. Вот назовите мне эти страны. США. Хорошо, США еще? Швейцария. А? Еще? Швейцария. Швейцария, согласен, еще? А? Сингапур. Ну, сингапурская валюта, она привязана к доллару. Иене и евро, там, что там, свое-то. Британия, согласен, еще. Кто? Норвегия. Кто? Норвегия? Китай, говорят. Китайский юань привязан, например, 8:1 к доллару. Что там хорошего-то? Там, у них нет своей валюты. Япония, согласен. Еще? Австралия. Австралия, согласен, еще? Японию уже посчитали. Канада, согласен, еще? Нет. Еще. 6 стран назвали. Еще. Европейский центральный банк. Согласен. Еще. Новая Зеландия. Согласен. Еще. Молодцы. Я, кстати, самая лучшая аудитория, которая так угадывает. Ну вот, 8 набрали. Еще. Давайте. А? Германия. В Германии нету такой валюты, так сказать. Ну, не знаю, как это экзотично, нет. Сказали Норвегия согласен, еще. Швеция согласен, еще. Вот кто назовет мне 11-ю страну, то есть эти 10 стран я сам назвал. 11-ю страну кто назовет, тому премия. Ну, Гонконг там нет, у него своей валюты нету. Великобритания. Мы сказали уже Великобритания. Дания нету валюты в этом смысле.
Нет, ну это там она исчезнет, скоро станет, известно дело, евро. А? Ну хорошо, даже ну, Дания, Швеция, ну как это, какая разница-то? Вот. И вот смотрите, это очень хороший. Это же не я называл, вы называли, да? Я даже немного отклонил только Северную Корею и что-то, Сингапур и с Гонконгом. Вот эти 10 стран. Эти 10 стран, ну, Европейский центральный банк, надо считать, что он потомок Deutsche Bank, реально, да? Бундесбанка, Deutsche Bundesbank. Значит, что объединяет эти 10 стран? То есть, что мы можем сказать, что эти 10 стран, у них есть такая валюта, что в нее не страшно положить свои... Там нету своей, вот это же привязано, так сказать, к доллару. Значительное превышение экспорта над импортом. Нет. У кого превышение экспорта над импортом? В Америке, что ли? Нет. Или у Британии? Нет. Что объединяет 10 стран? Еще раз повторю. Британия, Германия, ну, то есть Европа, говорим Германия, говорим Европа, подразумеваем Германия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Канада, значит, Америка, Швеция, Швейцария, Япония, и Норвегия и Япония, да? Вот Японию временно забыли, мы к ней потом вернемся. Что объединяет эти страны? Это все протестантские страны, да? Собственно говоря, только эти страны и протестантские. Все эти страны с очень... И если посмотреть на Японию, Япония не является христианской страной, но в смысле японской культуры она тоже протестантского типа, да? Это, то есть, если в Швейцарии, значит, сам, то есть вот это, как это называется, двойное предопределение кальвиновское, это, оно говорит человеку, что ты вот веди себя скромно и работай, и тебе воздастся, да? И это создает самодисциплину, то в Японии самодисциплина доходит до того, что человек в случае неудачи просто себе делает харакири. Вот эти 10, то есть только 10 стран, у которых очень значительный культурный такой код самоограничения, да, такие квакерские страны, протестантские страны, пуританские страны, да, все они. И Америка была создана пуританами. Да, все они. И из этих пуританских стран, то есть реально из всего этого, это значительная часть англосаксонской страны, да? То есть никто другой качественной валюты создать пока не смог. Никакой православной страны, никакой католической страны, никакой мусульманской страны, никакой конфуцианской страны нету. Нету у них своих валют. Вот какого рожна... Sorry, my French, вот у Украины получится хорошая валюта. Объясните мне. Вот с чего? Вот с чего? Вот ни у кого не получилось, а у вас получилось. Почему? Вот что у вас такое в финансах, что у вас должно получиться это хорошо? Ничего. Поэтому точно так же, как это решили. Китайцы, сингапурцы, значит, гонконгцы, кувейцы, Объединенные Арабские Эмираты, даже Куба. Они все свои валюты к чему-то привязывают в итоге, да? Реально, жизни, это так. Китай привязывает, Сингапур привязывает, Гонконг привязывает, значит, Кувейт привязывает, Объединенные Арабские Эмираты привязывает, Саудовская Аравия привязывает. Кто не привязывает? Филиппины не привязывают. Вы будете хранить филиппинских песо? Хрен. Значит, Замбия не привязывает. Не будете, будете замбийской квачи ходить? Не будете. Там, кто не привязан, вот все. То есть либо плохие валюты, либо привязанные, либо вот эти 10 хороших валют. Все. Поэтому зачем Украине центральный банк? Вот у меня есть знакомый один такой, Курт Шиллер. Может, вы знаете, он такой вместе с Тимом Хэнге, там автор нескольких книг по долларизации и по валютной, по currency board. И у него есть одна статья, которая так и называется. То есть я ему говорю, что вот говорю, статью читать не надо, надо читать только заглавие, название статьи. Могут ли развивающиеся страны позволить себе иметь центральный банк? Ну, не могут, потому что центральный банк – это такой сложный инструмент, один из самых сложных инструментов, которых создало человечество, да?
А, то есть может ли маленький ребенок иметь пулемет там скорострельный? Ну, иметь может, конечно, но результат будет печальный. Может ли Украина иметь собственный центральный банк и проводить монетарную политику свою самостоятельно? Нет, не может. И если еще 2 месяца назад я слушал, значит, ваших коллег, которые рассказывали про инфляционное таргетирование, да, вот, а 2 недели назад слушал вашего министра экономики, значит, в Будапеште, где он сказал, что вот мы решили инфляционное таргетирование, курс начал колебаться, а потом решили, что он слишком сильно колеблется. Слово «слишком сильно колеблется» уже перечеркивает инфляционное таргетирование, вы это понимаете, да? Поэтому какой выход тут? Значит, надо от этого, это инфляционное таргетирование, это, знаете, как, это для взрослых. Мы не взрослые, и вы не взрослые в этом смысле. В Америке, да, конечно, я даже Тейлора знаю сам лично, там формулы эти он писал, там, и в Америке могут делать инфляционное таргетирование. В Америке никто их не спрашивает, а какой у вас, народ не выходит на улицу и говорит, какой у нас сегодня курс к украинской гривне? А у вас, да, как есть такой анекдот, на этом я завершу эту часть банковскую, тем более, что мы находимся в высшем учебном заведении, ректор идет по коридору и видит, студенты занимаются сексом, он говорит, какой курс? Они говорят, 11,5. И всем понятно, да, в Америке этот анекдот никто не поймет, понимаете, и у нас понимают, у вас понимают, в России понимают, и в Польше понимают. Я думаю, у нас буде вже останнє питання на сьогодні, і потім у нас ще буде декілька хвилин, можливо, для неформального спілкування. Будь ласка. Меня зовут Александр Каха. Я свой вопрос когда-то вам уже задавал, ставил этот вопрос с истории, которая была в Грузии. Я в Грузии общался с таксистом, и он жаловался на то, что ему стало жить тяжелее, и объяснил это тем, что его задушили в Грузии налогами. А я спросил, как же вас задушили налогами, если у вас было 21 вид налога, а теперь 7 видов налога? Он говорит, да, но раньше мог вообще не платить. Вот. И я тогда вас спросил, как вы вообще работаете с таким материалом человеческим. Сейчас это переформулирую, это просто скажу так. Как же все-таки вы научили или научили ли грузин платить налоги? И есть ли в действительности какая-то прямая корреляция? Чем ниже или проще налоги, тем больше вы их собирали. Тем больше что? Больше вы их собирали, ну, больше объем. Нет, на самом деле, про собирание такая ситуация. Значит, в 2004 году, когда вот только новая власть установилась, собиралась, в 2003 году, когда еще была старая власть, собиралась в виде налогов 13% ВВП. И налоги были достаточно высокие. С 1 января 2005 года, значит, сколько, 15 налогов было отменено полностью, оставшиеся налоги, часть сохранились, допустим, НДС сохранился на том же уровне, а все остальные были уменьшены. Да? То еще раз говорю, 15 налогов было отменено, один остался на том же уровне, ну и налог на имущество остался на том же уровне, а остальные были уменьшены. Подоходный налог, социальный налог, который потом перестал существовать, и налог на прибыль. Значит, в 2005 году, то есть первый год этого нового кодекса, который уменьшил количество налогов и уменьшил ставки налогов, кроме НДС, сбор составил 21% с 13%. Да? Вот это, так сказать, такой парадокс. Это кривой Лафера не объясняется никак, потому что кривая Лафера на совершенно другом. Да? То есть просто из 13% собирания ВВП мы перешли, и этого никто не ожидал. Потому что план был, что будут собираться 15% ВВП в 2005 году. Вот. И это случилось за счет того, что были снижены ставки, и была убрана коррупция, конечно. А как научили, ну, это тяжелый процесс. Я хочу вам сказать, что мы сегодня обсуждали, вспоминали, что у нас борьба с коррупцией и борьба за, значит, правильное налоговое администрирование, назовем так, она вылилась в 5-кратное увеличение количества заключенных.
Ну, это вот цена цивилизации, я бы сказал. То есть мы стали третьей страной по уровню заключенных на там, 1000 человек, или как коэффициент призонизации, то, что называется. То есть первое место Соединенные Штаты, второе Россия, третье мы. Вот это такой печальный результат, но без этого как бы вот не происходит, понимаете? Это тоже вопрос об этом больном, да, там, готовы родственники больного на такие операции или нет? Это болезненный процесс, борьба с коррупцией – болезненный процесс. Да, у нас тогда еще есть минутка, какое-то заключение от вас, и нет, будем… Хорошо. Я думаю, можно поплескать за такие заключения.